Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем. Прибывшие на военно-спортивную игру в небеса. Подравняться! Отряды готовы? Да! Командиры отрядов, отчитаться о готовности своих отрядов. Отряд, равняйся! Смирно! Товарищ главнокомандующий! Ветер сильный! Товарищ главнокомандующий! Отряд? Отряд Сизлаги к выполнению боевого задания готов. Наш девиз: мирное небо будет всегда. Мало солдатам победы. Ура! 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 Итак, уважаемые бойцы, мы разработали план. Но сегодня ночью в наш штаб проник враг и украл основные донесения. Вам сейчас предстоит задача пройти по маршрутной карте, выполнить боевые задания, а сюда принесете вы донесения свои, которые похищены сегодня ночью, и мы узнаем, чему была посвящена наша зорница. Четыре, получаете свою маршрутную карту. Покажи карту. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравия желаю, товарищ полковник! Команда была.
у тебя? Умом ты можешь не блеснуть, а сапогом блеснуть опять. Преодолевай, преодолевай себя, молодец, осторожно. Третьи сутки в пути. Давай, давай, ух, вот тебе, ух, двигай ножки. Ветер, камни, дожди. Давай, давай, выше, выше, ножки двигать, руки все двигать. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ. Знает каждый из нас. Напишите письмецо. Нет его дороже для бойца. Напишите пару слов, вы девчата для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат. 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 Вечный огонь, мы склонились низко-низко у подножья обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь они за нас отдали. Сохрани в сердцах своих память светлую о них. Мне кружок свой давай. Смотри, больше нигде не подрывайся. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога все им бабушки глядят. Молодец. Ура! Так, ура! Это санитары отстояли, да? День Победы. Еще стояла тьма густая, в тумане плакала трава. Девятый день большого мая уже вступил в свои права. И кто-то пел, и кто-то плакал, а кто-то спал в земле сырой. Вдруг тишь нахлынула сквозная, и в предрассветной тишине спел соловей, еще не зная, что он поет не на войне. На рассвете команда будет соревнований. День начнется с тобой. Так, сейчас посмотрим. Третьи сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждет. Так, хорошо, отошли, посмотрим, все мины разминированы или нет. Отошли, и рассвет настает. Напишите письмецо, как же там наш родимый дом. Из далека-далека принесут его мне облака. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить, и чтобы не умирать. Падала земля, с неба падала земля, разрывая крик, в небе падала живая мой броня. Как вы думаете, что он означает? Скорая помощь. Скорая помощь, еще что? Или больница. Или рядом где-то находится? Больница. Больница или место, где окажут экстренную медицинскую помощь. Совершенно верно. Госпиталь. Госпиталь, госпиталь. А что делают в госпитале?
Лечат. Какие раны бывают, ребята? Бывают сломанные ноги. Аппендицит. Нет, а ранения какие бывают? Разбитая голова. Разбитая голова, совершенно верно. Еще? Какие еще части тела у вас есть? Куда вас могут ранить? Рука свернута. Рука свернута. Еще могут мышцы потрескаться или кости. Ой-ой-ой, какие сложные у вас обычные. Какие сложные у вас обычные. Отечество как называется? Солдатство. Молодцы. Торжественное прохождение войск. Парад. Парад. Подсказчики взрослые. Ответ на пароль. Ответ на пароль. Отзыв. Кубрик как называется? Кубрик. Каюта. Каюта. Что у солдата под кроватью? Оружие. Оружие. Тапочки. Еда. Еда. Ах, о чем они думают, а? Так. Еще один. Порядок у него под кроватью. Порядок. Какое женское имя наводило ужас на фашистов? У вас есть это имя в группе? Катюша. Катюша, молодцы. Так, подросток на корабле как называется? Юнга. Молодцы. Тяжело в учении, легко Суворов. В бою. Суворов. Суворов. Подсказка или сама сказала? Нет, сама. Обувь для зимней караульной службы. Обычно валенки были. Ладно, звездная часть мундира. Звездная часть мундира. Зеленый цвет. У наших травников. Вас я смотрю, есть медицинские сестры. Шумящих сотни лет. Солдат молоденький, пилотки новенькой. У гимнастерки тот же цвет. Солдат молоденький. Пилотки у гимнастерки тоже цвет. Проходит строй родными перелесками, его почти не видно за листвой. Солдат молоденький, пилотки новенькой, стрелковый роты рядовой. Солдат молоденький, пилотки новенькой. Воинов красавицы, березок белых выстроился ряд. Солдат молоденький, пилотки новенькой, березки вслед тебе глядят. Хорошо, я сейчас проверю. Знаете, дети, кто такие связисты? Нет. Я только телефон все. Все время звонят. Нет, вы должны наладить связь. Это что, провода? А что мы будем вот так, как попало криво? Тимур, Тимур, построили дорогу. Давай, здесь будет как туннель получается. Несите ему быстрее. Продолжение моста, это продолжение моста, Тимур. Ну, продолжение моста. Так, Арина, бери один телефон, беги вот туда, устанавливай. А теперь проверяйте связь. Заработала у вас связь? Арина, Ариана, проверяй. Бери трубку. Работает связь? Нет. Работает? Да. Да? У Арианы заработал. Арина? Друг от друга далеко. Но связь работает искусно. И нам друг с другом так легко, легко общаться письменно и устно. Лучше бы пожать друг другу руки, но если руки какие, верное лекарство от разлуки и смотрите громкие звонки. Молодцы, похлопайте, девочки, похлопайте. Шалай.
бьет пулемет неутомим. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Курской орлой война нас довела до самых вражеских ворот. Какие родила. Когда-нибудь мы вспомним это. Небо пусть будет всегда. Слава солдатам! Победа! Ура! 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 Так, быстрее! Молодцы! Сейчас посмотрим, зажжется, нет. О! Зажегся? Ой, красота! Молодцы! Давайте мы с вами отдохнем и музыку послушаем. Скажите всем отрядам. А слушайте дальше. Давайте мы с вами хоть одну военную песню-то сыграем! Товарищи солдаты! Давай, 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 давай. Ой, какая красота! А здесь военная фигалка, посмотрите! У нас же все... Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма вела. Блиндажи той войны все травой заросли, год за годом затихли бои. Ни трава, ни года эту землю спасли, открытые раны бои. То полдень, то тень,
то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Наша память не в силах уйти от потерь, все с фонариком бродит было. Даже в праздничный день чья-то тихая тень вместе с нами сидит за столом. То полдень, то тень, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Получилась картинка, а потом будете уже наклеивать. Начинается картинка. Картинки в твоем букваре, хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам бабушка. Что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что вовремя под ветром склоняясь растет. А может она начинается с весенней запретки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали,
Что старый отцовский будёнок, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колёс и с клятвы, которыми в юности ты ей в своём сердце принёс. Чего начинается роль?